Обмен удерживаемыми лицами на КПВВ «Майорская» завершился. На Донбассе в воскресенье 29 декабря завершился обмен пленными. Обмен удерживаемыми лицами на КПВВ «Майорская» завершился. Украине передали 76 граждан, которые удерживались Россией и боевиками ОРДЛО. В свою очередь Украина выдала 127 человек. При этом готова была выдать 141 человека, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО. Точные цифры по количеству переданных лиц и лиц, отказавшихся ехать в ОРДЛО, будут названы позже, поскольку проходит проверку в Генеральном штабе. Также 4 человека, которые должны были вернуться в Украину в рамках обмена, решили остаться на территории ОРДЛО из-за своих семей, которые проживают на оккупированной части Донбасса. Ранее СМИ сообщили, что украинской стороне передали 81 человека, а в ЛДНР отправили 139 человек. При этом с обеих сторон были люди, отказавшиеся возвращаться. Также стало известно, что Украина передала сепаратистам 5 экс-беркутовцев и бразильского наемника Рафаэля Лусварги, осужденного к 13 годам тюрьмы, а также ряд граждан России. В международный аэропорт Борисполь прибыли 4 автобуса с родными освобожденных из плена боевиков украинцев. В аэропорту у пункта пропуска к терминалу Б с залом официальных делегаций выстроилась большая очередь журналистов. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркивает, что работа ради освобождения всех украинцев из российского плена по формуле «всех на всех» будет продолжена. Спасибо вам за просмотры. Подпишитесь на наш канал. Всего доброго.